Подожди. Привет, привет. Привет, привет. Выпал первый снег. Первый снег. Первый снег. Всем привет. Привет. Вот выпал снег. Первый раз. Первый снег. Наконец-то у нас выпал первый снежок. Колеса мы меняем. Вернее, мама наша меняет. А мы занимаемся. Лежит посылки. Мы скоро придем домой и их распечатаем. Дай нас. Рик. Что выпало-то? Снежок. Снежок. Я не думала, что с этого дождемся. Инесса, ты против меня? Ладно, пойдем дальше менять колеса, а потом будем распечатывать посылки. Вот мы пришли домой. И сейчас будем распечатывать посылки, которые пришли на этой неделе. На этой зимней неделе. Так, это у нас, по-моему, разноцветные ленты пришли такие. Показывай, какие ленты. Вот, а вот такое беленькое блестящее. Красное блестящее, даже больше бордовое. Такой небесный цвет и фиолетовый. Ну, такие ленты пришли. Нет, давай, ты залезай, а то я начну будет вставать. Доставай. Доставай, тяни, Настя. Так, это пришли у нас такие чехлы на стуле. Да, достань этот чехол. Потихонечку готовимся к Новому году. Доставай все, сколько там штук. Сколько? 4 штучки, да? Нет, это на стол, а не на голову. Так, сейчас мы покажем, как это будет выглядеть на стуле. Выглядит, ну, как шапочка Деда Мороза. Такие новогодние стульчики. Мы не
будем прощаться. Мы продолжим это видео, когда придут еще новые посылки. Для вас это будет короткое время, а для нас, когда они придут. Вот прошло несколько дней, и из Москвы к нам приехал наш брат Матвей. Привет! Привет! Что, начинаем распечатывать? Вот пришло у нас еще куча целых посылок. Стекло. На айфон. На айфон. Какие много мы уже заказывали. Всем так очень нравится. Угу. Засовывай. Это лопать. И это лопать пришла. Если вам нужно такое защитное стекло на iPhone, ссылки все под видео. Папа! Давай, Мэри, доставай, что там? Доставай. Да. Лопать. Опять лопнуть? Да, нет? Что там такое? Что? И у нас это какой-то чай это китайский. Чай. Вот так он выглядит. Вот. И еще. Это пробник. Мы оставим его себе. Это китайский чай. Сколько много лопать, да? Нет? Да. Давай, доставай следующую из нас. Доставай. Давай, у нас берем. Мягкая. И у нас решили. Зацепки такие большие. Какие зацепки? Это они получились в Китае что-то в два раза дороже, чем дешевле, чем стоит здесь. Это не лопать. Ну, да. Это не лопать. Да, это не лопать. Давай сюда. Вставай, да? А это у нас... Только гирлянда. Давай, следующее. Доставай. Да, доставай. Коробки. Давай, из коробки доставай. У нас тут пришел... Это... И у нас что пришел? Посмотри. Нам пришел такой... Это фонарик очень яркий такой. Повербанк это называется. Повербанк. Мне такой же чехол. Инесс, как включается фонарик? Дай. Дайте, она знает. Вот так включается фонарик. Молодец. У нас такой уже есть, это мы заказали другу. Давай, хороший мощный фонарик и зарядка телефона. Также все это работает
от солнечной заряжается. Это? Два раза нажми. Ага, все. Так, вы в сторону, да, откладывайте. Okay. Провод к нему, конечно, пришел. Лиз, ты посылки в одну сторону, а шкурки в эти в другую. Походу я догадываюсь, что нам пришло. Наверное, резинки. Инесс, доставай. Пока не надо. Это очень сложная упаковка. Ты взял детские игрушечные ножницы, поэтому это все сложно. Давай, Инесс, засовывай ручку, доставай что-нибудь. Все. Так. Ну не торопитесь. Спокойно, разрежем. Что-то надо доставать. Это бантики. Просто бантики. Это даже не резиночки. Это могут быть украшения какие-нибудь. Вот. Какие-то черные, голубые, красные, желтые, фиолетовые, бежевые. Это все к Новому году. И у нас, я уже догадался, что это у нас. Это у нас чехол. Тихоня! Вставай. Нет, вставай. У нас такой пришел чехол. Такой стропелевый. По-моему, кстати, на пятое эхо. На пятое эхо? Ой. Не знаю. Мамы. Так, Лиз, открывай пусть это. Вау! Инесс встает. Ты будешь показывать, что там. Лиз, аккуратней. Инесс, двигайся сюда ближе. Смотри, большую посылку распечатали. Давай, помогай. Так повдоль, Лиза, разрежь. Угу. В следующий раз надо брать нормальные ножницы. Давай, помогай, что-то они никак не могут распечатать. Смотри, какой чехол блестящий. Yes. Так. Да, это дядя чехол. Это дядя заказал. Ой. Какой дядя. Вау! Тут у нас пришла такая штука, чтобы рыбу хватать. Лигрип называется. Такой он уже с весами. Сами.
Что это? Это мы заказали твоему папе в подарок на день рождения. Ну, это как розы. Если их включить, они будут светиться и переливаться разными цветами. Угу. Вот, тут такие лампочки к ним. Ну что? Всем пока! Пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!